В это время появилось немало игр жанра стратегии, которые, пожалуй, можно назвать играми нового поколения. Действие в них разворачивается в режиме реального времени, так как это происходит в настоящем бою. Уходят в прошлые времена стратегических игр пошагового типа, когда можно было часами обдумывать каждый ход, расчетливо загоняя противника в угол. Одной из таких игр является Warhammer. Это тактическая игра в чистом виде. Здесь вам не придется, как, например, Warcraft, производить войска путем добычи золота, леса и нефти. Экономикой даже в таком примитивном виде здесь и не пахнет. В качестве руководителя отряда наемников вы должны будете принять участие в войне с нечистью на окраине одного сказочного королевства. Warhammer — это игра, где можно выиграть несколько боев, но проиграть всю кампанию. Дело в том, что если ваши потери будут больше, чем пополнение, которое вы сможете нанять, то численность отряда будет снижаться, и шансы на успех будут все более призрачными. Значит, задача здесь стоит не только в том, чтобы победить, а в том, чтобы победить и свести потери к минимуму.